Доброе утро, Паша. Сейчас я показываю по-другому, там дедушка за детей и внуков, чтобы у них было все в порядке, была стабильность, чтобы я спокойно за их будущее, это самое главное. За вас тоже, чтобы у вас все сложилось хорошо. Я себя чувствую гражданином нашей страны, это моя обязанность, мой долг, и потом приятно, да.